Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую всех на канале Алекса Уинда. Зовут меня Алексей, и сегодня у нас третья серия. Похождение Клэр. Resident Evil, часть вторая. Ремейк. Так, ну что, мы нашли три медальона. Активировали эту статую. И вот попали в такой кабинет. Классный, клевый, да? Вот тут... книги всякие разные, вот статуэточки стоят замечательные. Вот, кстати, есть единорог, лев есть, а вот девы почему-то я не вижу. Ну ладно, посмотрим, поживем, увидим, что там будет дальше твориться. Ну что, пойдем, что там нас ждет, пойдем посмотрим. Клёвенько. Даже не знаю, что мы сейчас должны найти. Давай посмотрим хоть. Так, подземный комплекс. Цель какая-то. Просто найти выход. Давай найдем выход. Найдем выход. Что тут, блин, творится? Выход. Ой, твою мать. Кто-то бегает. А чё лестница вниз туда? Там что? Подожди. Там тупик, что ли? То есть мы сразу изначально правильно пошли. Ладно. Граната. Ух. Граната — это серьезно. И чё? Угу. Здесь надо что-то такое специальное, да? Насколько я знаю, полицейский значок нужен. Поэтому будем искать полицейский значок вначале, а потом уже будем что-то делать, да? Так, ну здесь закрыто, да? Здесь и шансов нет, да, открыть это все. Так что мы все правильно сделали. Идем. Сейчас кому-нибудь тут наваляем. Это что же получается? Так, что-то здесь, по-моему... Сейчас у нас будут проблемы, по-моему, сейчас какие-то. Какие-то будут проблемы сейчас. И большие, да, проблемы? Так. Не получается. Что? Hello? Эй, кто это? Hey. Эй, все хорошо. It's okay. Я обещаю не причинить тебе вреда. Do you need help? Тебе нужна помощь? You can take my hand. Вот, возьми меня за руку. Тебе нужна помощь? I'm sorry, I can't understand you. Прости, я тебя не понимаю. You need help. Тебе нужна помощь. Why? Почему? Он прямо за тобой. What? Что? О, боже.
Ты что, шутишь? Ой. Где ты там? Где он там? Подожди. Ну так иди сюда. Может, ты быстро умрешь? Ну давай, иди сюда. О! А ты, блин! Отпусти, говнюк! Так, давай, иди сюда. Сейчас я с тобой разберусь. Сейчас ты сгоришь нахер. Где ты там? Ну чё? Ты еще жив? Вот твою мать, а. Ах ты тварь. Стоп. Давай-ка полечимся, что-то плохо дело. Давай-ка постреляем в него, вот он. Где ты там? Ух ты, говнюка. Так тебя что может повалить-то? Подожди. А, блин. Тебя что может повалить-то? Где ты там? Черт, куда пропала эта тварь? Да твою мать, сгинь. Ну, блин, зараза, а. Ну, капец какой-то, а. Где ты там? А, блин. Да блин. Вот зараза, а. Что-то вообще. Ах ты, твою мать! Заряжайся ты быстрее. Господи. Ну ты сдохнешь, нет, когда-нибудь?
Где ты там? Да ты что ты будешь делать, а? Да ты, мать твою, а? Это как так, а? Наконец-то, а? Или нет еще? Вот дерьмо. О боже. Эй, малышка. Все хорошо. Все позади. Точно? Да, обещаю, все в порядке. Теперь просто спусти для меня лестницу. А вы поможете найти мою маму? Твоя мама где-то здесь? Вроде бы. Надеюсь. Да, конечно. Я тебе помогу. Сюда. Подожди, а там что? Подожди, сейчас 5 секунд. Дай-ка гляну. Что там? Тут же шкафы. Как раз то, что нам надо. Мы же любим в шкафах посмотреть все. Да? Так, ну тут, конечно, немного всего, но все-таки что-то есть. Хоть немного. А вот трава. Так, у нас... Ладно, мало, но зато... Пошли. Получилось. То есть она не могла, что ли, мост передвинуть или что? Что произошло? Пока непонятно. Ну расскажи о своей маме. Она работает в Umbrella. Делает важное новое лекарство. Umbrella? Мама все время работает, я ее мало вижу. Надеюсь, ты скоро сможешь ее увидеть. Не отставай. Ну и помни, если ты будешь хулиганить, тебе попадет. Это уж точно. И не отставай. А то если чувствую, если ты погибнешь, то придется начинать все сначала. А где твой папа? Он работал с мамой, но он пропал. Так, сумочку. Опять расширили, да?
got something in common, and that's a good thing, right? У нас есть что-то общее. Это же хорошо. Так, траву сюда положим пока. А вот скипетр, давай-ка посмотрим. Что-то со скипетром я немножечко это... Так, давай-ка мы его изучим, потому что... Так, красный камень, драгоценный камень, похоже, дорого стоит. Так, изучаем. Все, больше ничего тут нет. Так, больше ничего. Ну, мы пока его положим сюда. Так, нож давай-ка возьмем. Пригодится, если какие-то проблемы будут, все-таки хоть как-то он защитит маленечко. Давай сохранимся. Так. Пошли. Куда дальше? Идем. Чё там? Подземная стоянка. Давай. Пойдем. Сюда. Закрыто. Ух, досталась ты мне на мою голову, да? Сейчас ведь если опять набегут эти какие-нибудь черти, тебя же спасать придется. Так, это чего? Insert card. То есть карту надо найти. Черт, нам нужна ключ-карта. Ну же. Эй, помоги. Ага. Уверена, что нам сюда? Мама в последний раз... Шерри, я так долго тебя искал. Кто это? Ты такая храбрая девочка. Не испугалась всего, что тут творится? На землю, руки за голову. Вы серьезно? Лежать, я сказал. Кто это? Шерри, свяжи ей руки. Зачем вы это делаете? Молчать, свяжи ее. Понятно, либо ты ее свяжешь, либо она умрет. Что вообще происходит? Преднамеренное насилие над детьми? Шерри, подойди. Что вы хотите сделать? Не твое собачье дело. Если она пострадает, клянусь, я... Шерри, ко мне. Как тебя зовут? Имя скажи, мать твою. Клэр. Шерри, ты пойдешь со мной? Или можешь попрощаться с Клэр? Хорошо, хорошо, я пойду. Надеюсь, вы отведете меня к маме. А то... Не слушай этого ублюдка. Не мучай ее, пожалуйста. Не указывай мне, как делать мою работу. Хватит, отпустите, отпустите меня. У тебя совершенно отвратительные манеры. Пустите, пустите. Я найду тебя, тварь.
Что это такое вообще? Stay safe, Sherry. Береги себя, Шерри. Okay. Ладно, сначала карта доступа, а потом уже этот ублюдок. Карта доступа, потом ублюдок, да? О! Ладно. Must be where that guy came from. Должно быть, он прошел здесь. Вестник Raccoon City, июнь. Внимание, герои Raccoon City. Кого боится, но уважает весь город? Ответ должен быть очевиден любому жителю нашего прекрасного мегаполиса. Верно, шефа полиции Брайана Айронса. Человека, от одного упоминания о котором у преступников трясутся коленки. И сурового отца, любящего всех нас, грешников. Шеф Айронс известен своей благотворительной деятельностью, в том числе щедрыми пожертвованиями, приюту, помощью пострадавшим женщинам, меценатством, защитой животных. Этот список можно продолжать долго. Но отдыхает ли наш герой когда-либо? Город – моя семья, я лишь делаю то, что должен. Вот какой ответ дает нам шеф Айронс, улыбаясь. Ух ты, мать твою! Так это он. Это сволочь, шеф полиции? Ясно. Вот уж действительно сволочь так сволочь. Так, карта подземного этажа полицейского участка. Будем разбираться сейчас. Отдельный лифт, ведущий в кабинет шефа. Не для общего пользования. Так а эту записку нельзя взять? Ну ладно. Хорошо. Стекло нельзя разбить? Вряд ли, да? Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Ага. Ладно. Пошли искать, что нам надо. Нет, правда, куда же он повел ее? Ты же вообще... Так, что тут у нас есть... Уведомление об утилизации. Так, что у нас? Предмет для утилизации, ключ от патрульной машины 7439. Хм. Подробности. Погнутый ключ, непригодный к использованию. Система дистанционного отпирания дверей позволяет открыть двери и багажник. Коробочка, ну-ка давай положим, так, изучим сразу же ее, изучаем. Ну, ключ 7439, ключ от машины, сюжетный предмет, ключ зажигания автомобиля, лезвие погнуто. Твою мать. Лезвие погнуто теперь. Так, что еще?
Сообщение от мистера енота. Здорово, мальчишки и девчонки. Это ваш друг, енот из зоопарка Ракун-Сити. Рад встрече. Хочу рассказать вам кое-что очень важное. Видели мои куклы, мистера енота, которые всем так нравятся? Так вот, я узнал, что непослушные дети стали использовать их в качестве мишеней. И мне от этого очень грустно. Хорошие детки не будут так обижать куклы. Ведь правда? К тому же, это очень-очень опасно. Никогда так не поступайте. Словом, увидимся в зоопарке. До встречи. Такой вот енот, да? Так, здесь тоже надо ключ. Бубны, кстати, здесь, да? А вот где его найти, это большой вопрос. А тут что? Есть что-нибудь? Угу. Заряжаешься. У тебя ничего нет? И у тебя ни хрена нет. Ладно, пошли тогда. Так, тут мы вроде бы нашли все, что надо. Больше ничего нет. Так, а что здесь? Так, здесь явно ничего. А тут? Так, тут закрыто. Блин, там эта тварь сидит. У меня патронов кот наплакал. Главное спокойно вот идти так, потихонечку. Ага, синяя трава. Синяя трава. О май гад. Он один. Тваря, уйди нахер отсюда, а? Блин, да чтоб тебя, а? Скотобаза. Ты смотри-ка ты, а? Up with us.
Чтоб ты сдох, а. Вот твою мать, а. Мы смогли. Так, все? Больше нет, да? У нас патронов. Да, дела. Так, хорошо. Пусть хотя бы так. Вот, блин, зараза какая, а? Собака. Ну, это радует, то, что хотя бы с одного выстрела можно. И я не пойму, первый раз я промазал, что ли, или что? Сам не понял даже, что к чему. Зеленой травы точно нет? Ну-ка, на карте посмотрим. Может, я пропустил где-нибудь? Так. Ладно, хрен с вами. Так, там это. А здесь что? Так, протокол вскрытия. Имя умершего Джастин Хэнсон. Мужчина белый, 39 лет. Наблюдение. Найден мертвым в тюремной кровати. Ладони до сих плотно сжаты. Ладони до сих пор, скорее всего, плотно сжаты из-за трупного окоченения, которое скоро пройдет. Скорее всего, умер вскоре после отбоя. Умерший страдал тягой к воровству и несколько раз попадал в тюрьму. Удивительно, но он воровал даже за решеткой. Впрочем, это не противоречит его диагнозу. Да, досталось нам Склэр. Дали нам триндюлей. 100%. Еле идет девка. А, удерживать? Ну давай. Не открывается нахер. Так, ладно. Здесь чего? Тоже не открывается. Чё ты дергаешься, а? Так. Главное, эти не открываются. Ну, давай это закроем тогда, пока. Может быть, как-то так вот надо будет сделать. И эту закроем. Загадка какая-то, что ли? Ну, что тут? А, ну-ка давай назад. Так, что-то видно, где-то здесь есть загадка какая-нибудь. Тут, по-моему, что-то было написано на одной из дверей.
на них что-то было написано. А вот что именно, я вот не помню. Тут нету. Заключенный с сжатыми руками. Так, тут нет его. Ну, подожди. Стоп, подожди, да. Ни хрена я не понял, там что-то у него вон лежит. Вот он ключ, да чтоб тебя разорвало. Получи, на тебе. Все. Ушли нахер с вами еще сражаться, ага. Сейчас тебе. Пока нормально все. Все нормально. Так, пойдем бубновую комнату откроем. О май гад. Ах ты тварь. Получил. Так, надо зарядить на всякий случай еще. Фу. Хоть бы не было еще. Потому что еще одного нападения я не переживу просто. Точнее, Клэр не переживет. Так, где у нас там бубновая дверь-то? Ага, вот она. Так, вот она. Используем. Супер. Так, что у нас тут есть? Пленку забираем. Так, цветочки. И все? Не может быть. Не может быть. Это все, что вы мне дали? Ах вы засранцы, а? Так, ну-ка давай глянем, что там за пленка. Изучаем. Пленка, шкафчик на третьем этаже. Ага. Третий этаж, шкаф. Ну, это сейчас не к спеху. Но все равно радует. Я думаю, там лежит кнопка. Угу. Так. Смотрим. Так, все, пошли. Уходим. Уходим, мы молодцы. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Так, бежим сюда.
Так, открываем тоже вот эту комнату. Используем. Так, цветы, шкафчик. О-хо-хо-хо-хо, ну вообще идеально просто. Так, ну-ка, сразу же делаем. Объединяем с нашим прекрасным ружьем. Угу, так. Вот это тоже объединяем. Короче, синее с красной объединили. Так, что еще? Лифт включился или что? Я понял, так. Так, все вроде. Так, все хорошо. Пошли. Отлично. Чё, надеюсь, там сохранялка? И зеленая трава. Это нас уже спасает. Но пока не очень сильно, да? Придется от ножа избавиться. Придется от ножа избавиться. Так. Так, а что там дальше? Может быть, положим? Может, тут уже это? Подожди, посмотрим. Ух, что-то я сомневаюсь, что там можно будет избавиться. Что-то мне страшно становится. Что? Я думал, лошадь стоит. Ну, круто. Вот это кабинет-то кабинет, да? Копия электронных писем шефу Айронсу. Шеф полиции Айронс. В качестве благодарности за вашу постоянную поддержку я внес скромную сумму на ваш счет. Используйте эти средства, как считаете нужным. Полагаю, вы продолжите наблюдать за своими подчиненными, в особенности за теми, кто выжил в особняке. Избавьтесь от них, если необходимо. Шеф полиции Айронс. У меня проблемы со штаб-квартирой Umbrella. Начальство хочет забрать у меня плоды исследований. Но не бойтесь, все скоро закончится. Вы просто делайте, что я говорю, и все будет хорошо. УБ. Шеф полиции Айронс. Усильте охрану моей лаборатории. Прикажите дуболомам стрелять по любым подозрительным личностям. Пусть бьют на поражение, даже по сотрудникам Umbrella. Я почти закончил Джей. И не позволю ни одному ублюдку встать у меня на пути. Это вирус Г, да? Шеф полиции Айронс. Соберитесь, вашу мать, и делайте свою работу. Я же ясно сказал, чтобы вы усилили охрану в канализации. Вы что, не понимаете, чем я тут занимаюсь? Что же касается денег, вы свое получите. Но только когда я захвачу контроль. Все ясно. И помните, незаменимых нет. Нехило у него тут. Неплохо живет так парень. Так, вот это давай-ка положим сюда. Это тоже спрячем пока. Все остальное пока нам нужно. Так, пойдем за зеленой травой. Давай, скорее, Диана.
Вот она. Так. Объединяем. Используем. Отлично. Так. Сохраняемся. О, да тут целый этот дом. Так, это у нас червовые двери, да? Журнал таксидермиста. Белохвостый олень, самец. Место поимки — горы Арклеи. Мне нравится конечный результат, но меня уже порядком достало все это жалкое зверье. Возможно, стоит заняться животными с характером. Амурский тигр. Место поимки — Хабаровский край. Я чуть не кончил, когда распорол его живое, его желтое брюхо и выпустил теплые кишки. От меня еще разит диким зверем. Вот она жизнь. Свинья, самка. Место поимки — Ракун Сити. Ее туша мягкая, сладкая и вся белая. И вся моя, моя навсегда. Интересно, он давно болен или нет все-таки? Мне кажется, он очень сильно давно болен чем-то. Так. Так, еще порох нашли. А это чего? Слава богу, карта доступа. Так, а это что? О май гад. Начинается, да? Что надо найти-то? У меня нету таких. Карта доступа. Так, это что? Письмо из ремонтной мастерской. Судя по описанию, проблемы с электронным замком на двери в офис шефа полиции. Нам придется кое-что заменить. Для ремонта потребуются детали электрощитка. К счастью, в участке должен быть ремонтник из одного из наших магазинов. Он должен был решить проблемы с часовой башней. У него должно быть несколько запасных деталей, и он сообщил, что оставил одну из них в восточной кладовой на третьем этаже. Если что-то пойдет не так, или вам потребуется больше деталей, поищите его в часовой башне. Будем рады помочь вам в будущем. Ясно. В часовую башню нам переться придется. А это что? Барельеф. Неужели это ключ? Стоп, стоп, стоп. Подожди. Ну-ка, давай глянем. Что это за барельеф такой? Ключ. Ясно. Все понятно. Далее. Так, теперь у нас два ключа, да? Пойдем. В секретную комнату зайдем. В его.
Где у нас секретная комната его? Вот она. Используем. Пам-парам-пам-пам. О, где мы оказались-то? Вот где мы оказались-то. Так. Вверх или вниз? Не знаю даже. Пойдем вниз вначале. Блин, сматываться надо. Сматываться надо пока. А наверху что? А, вот доска. Это радует. Сейчас мы там заколотим окно, пойдем. Так, все, больше ничего тут нет интересного. Так, тут есть шкафчики что-то. Патроны пригодятся. Так, а здесь? А, вот еще. Пригодится тоже. Здесь что? Так, сюда пока идти не стоит, я думаю. Давай-ка вот тут посмотрим еще. А здесь что у нас? Так, пойдем окно. И в первую очередь окно пошли. Заделаем, чтобы он там не выделывался. Не ломал окно это долбанное. Сразу же его забьем. Сейчас. Да, ты говнюк-то. Уже собрался ломать. Да? Вот так вот, сиди. Теперь. Так, вот я еще одну дверь вижу. Червовую. Это радует. Так. Так, открываем. Пам-парам-пам-пам. Так, берем, это понятно. Так, здесь что? Let me out. Это что? Ясненько. Вот коробочка, да, какая-то. Вот твою мать, а? Ни хрена. Блин. Валим, валим, валим отсюда быстро. Придем сюда, когда... Ключ будет, по крайней мере. Так, что там? Так, коробку мы нашли. Что здесь? Ну-ка давай. А, здесь, здесь, здесь. Так, здесь. А там? Давай спокойно тут походим. У меня места нет, да?
Что тут? Закрыто? Это плохо. О, стоит там полицейский. Ну, с ним мы разберемся, конечно. Там их двое даже стоит. Пам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Вот деталь, которая нам нужна будет где-то. Так, деталь. Так, спешить не будем. Посмотрим все спокойно. Так, здесь. Так, дверь эту можем открыть. Это отлично. Использовать. Так, заходим сюда. Супер. Нож. Который мы пока никуда не можем положить. Так, это что? Деталь устройства в коробочке. Тоже некуда положить пока. Так, короче, я понял. О! Тоже некуда положить. Да что ты будешь делать, а? Возвращаемся сюда. Так, спускаемся на второй этаж. Спускаемся на второй этаж. Заходим вот в эту дверь, в кабинет директора. Так, ложим все лишнее, что нам не надо и что надо. Так. Что нам пока не надо, даже не знаю пока. Так, вот это положим пока. А вот это возьмем. Так, что еще интересного тут есть? Так, сейчас мы сделаем кое-что. Так, объединяем сейчас. Точнее, вот смотрим вначале сюда, изучаем все так. Ни хрена тут не изучается что-то. Так, ну я знаю, что объединить вот это можно. Объединяем с этой шкатулкой. Вот так. Вот жетон. Жетончик. Теперь мы взяли, да, который у нас есть. Пока мы ложим его сюда. Положим до лучших времен. Так, и возьмем-ка вот этот порох. Порох возьмем. Достать. Достать. Ну-ка давай. Тоже изучаем. Ой, не. Объединяем с этим порохом. Получаем патроны для пистолета-пулемета. Да что ты будешь делать, а? Ладно, хорошо. Пусть так будет. Так, ложим пока эти патроны тогда сюда. Храним. Вот этот ключ я не знаю, нужен он нам или нет. Даже не знаю, слушай. Давай пока оставим. Так, сохраняемся. Так, двигаемся снова наверх. Все, пойдем сейчас там подберем. Все принесем, все посмотрим внимательно. Потому что тут... Я уже понял, что тут творится. Я уже... Пошел ты нахер. Так, ножик нам нафиг не нужен. Так, а вот эта коробка, что в ней, я не знаю. Давай посмотрим. Изучаем.
Так. Деталь устройства. Небольшая деталь электронного устройства. Так, это нам надо. 100%. Раз. Так. И еще там есть. Блин. Вот зараза, а. Так, один есть. Так, ножик у меня есть пока. Давай, давай. Твою мать, надоели вы нахер. Так, отлично. Он там, в комнате. Так, все, забираем это. Ну, постучись, постучись. Так. С этим покончено, да? Надеюсь. Так, и вот эту деталь нам надо забрать. Она нам пригодится. Опа-па. Опа-па. Ее просто так и не заберешь. Так, давай-ка мы с этим ножиком распрощаемся. Так, и возьмем эту деталь. Все. Потому что по 20 раз сюда бегать просто неохота. Так, что дальше? Мы бежим сюда. Так, в кабинет забегаем. Так, первое, что мы делаем, это пока ложим деталь эту сюда. Она нам пригодится потом. И еще одну деталь мы положим. Стоп, куда? Сюда, по-моему. Да? Здесь же была эта клетка-то. Вот она, да? Ну-ка сюда давай попробуем поставить. Использовать. Так, так мы поставили все-таки или не хватает, да? Как минимум два надо, да? Ну ладно. Так, детали электрощитка. Ладно, одну поставили. Сейчас еще одну надо где-то найти. А где их найти? Хрен его знает, где их найти. Так, это что? Патроны. Тоже ложим их пока сюда, чтобы не было скучно им. Так. И сохраняемся снова.
Так, пока, как говорится, на сегодня все. Так, ну что, уважаемые друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом третья серия заканчивается. Всем удачи и всем пока-пока.